Всем привет, с вами Дум. Много уже вопросов поступало, какой же у тебя телек, сколько дюймов и так далее. Решил сделать обзор на телек. А может, кому понадобится, может, кто захочет купить такой же. Это у нас Samsung LED TV из пятой серии. Да, уже знаю, старая серия, но я как бы не гонюсь за этим. Покупал его почти 2 года назад уже. Брал, вот как раз только он вышел. А на старте вроде он стоил мне, ну, почти 20 тысяч. Вот, это у нас обозначения некоторые. Это новый стандарт четкости движения, основанный на фактических значениях. Разрешение движущегося изображения. Plus All Share. Это превращение телевизора высокой четкости в мультимедийный центр. Movie Connect Share Movie. 4 HDMI входа. И Planet First – это защита по экологии, чистоте окружающего мира. И здесь обозначение 32 дюйма, есть еще больше, 40 и так далее. Вот такая коробочка. Ну и давайте посмотрим на сам телевизор. Ну вот, собственно, сам телевизор, вот так он выглядит, весь блестит на солнце. Ну, кажется, что небольшой, но мне хватает, потому что у меня расстояние небольшое, меньше 2 метров. Вот, поэтому мне в самый раз больше не надо, пока не надо. В будущем, может, возьму и больше. Ну, давайте рассмотрим его поближе. Вот у нас видно лого Samsung. Все переливается, он отражается, как зеркальная поверхность. Собственно, сама ножка тоже прозрачная. Вон видно даже провода. И здесь у нас кнопки, они у нас сенсорные. А, меню, яркость там, громкость. И, собственно, выключение телевизора. Вот, ну давайте рассмотрим его на входы. Ну вот, собственно, задняя панель телевизора. Сюда подключается флешка USB. Digital Audio Out. USB HDD. HDMI. 4 порта. Вот у меня PlayStation подключена уже. И еще дополнительный HDMI. И тут у нас компонентные входы. Специальный переходник с ним идет. Потом позже вам покажу все, что шло в комплекте. Вот, для подключения всяких DVD и так далее, старых приставок. Здесь у нас PC DVI Audio In. Собственно, вот сюда подключается антенна. Вот она у меня пока... Ну, не знаю, я телевизор вообще, по идее, не смотрю. Мне тарелка эта нафиг не нужна, потому что я только играю на телевизоре. Либо смотрю всякие фильмы или сериалы с флешки. Поэтому каналы я просто так не смотрю. Вот, и тут у нас вот здесь, не знаю, это вот специальная штука, так как вот здесь отклеиваете, и нужно какой-то переходник специальный покупать, чтобы подключать вроде его к интернету, как я понял. А сзади у нас вот там разъем питания. Вот, вот такая у нас задняя панель, флешки можно, HDMI, кстати, очень хорошо, что 4 входа. И вот сюда подключается переходник. Вот. Блин, неудобно. Вот здесь подключается переходник. Колокольчики. Потом покажу. А, что касается разрешения, то у телевизора 32 дюйма или 81 сантиметр. А, разрешение 1920 на 1080 Full HD. А, 3D нету, ну не знаю, мне 3D не нужно. Если бы было нужно, я бы взял в 3D. Вот, а что касается плеера, то тут встроенный плеер, кушает он все, различные МКВ форматы, не знаю, вот сколько я всяких МКВ форматов туда не засовывал, все он читает. Вот, ну давайте что-нибудь включим. Кстати, пульт, ну пульт у меня вот в такой целлофановой фигне, чтоб не запылился, не загрязнился. Вот, вот такой пульт, ну стандартный самсунговский. И давайте посмотрим что-нибудь. Вот это все в МКВ формате. Давайте включу. Можно менять сейчас разрешение экрана. Вот смотрите, на весь экран. Такой. И я смотрю, вот, например, в таком. Различные режимы изображения, режим звука, режим повтора, также показывает время. Вот такой вот плеер, я говорю еще раз.
ест все. И можно перематывать. В общем, стандартно. Но кушает, еще раз повторяю, все МКВ файлы. Тебе понадобится поводок. И переключение можно даже вот так, где. Вот у нас Warner Brothers. Ну, это вообще отличное качество, потому что одна серия весит по 1,5 гига. Вот, специально качаю все в высоком разрешении, чтобы смотреть. Еще бы в каком еще смотреть, да? Вот, вот такое у нас качество. Ну, а теперь давайте посмотрим, что с ним шло в комплекте. Так. Это у нас различные мануалки о том, что это эко-телевизор какой-то. Гарантийные талоны, LED-телевизор руководства пользователя. Куча всякой бумаги о том, как собирать телевизор. 5 гарантийный талон. Это пакет от пульта, как я помню. Тоже какая-то фигня. Вот, собственно, сам переходник. Подключаете сюда свои входы эти и к телевизору. Вот это я даже не знаю, что такое, не пользовался ни разу. Это, походу, помню, вот такое было этот на моем старейшем телевизоре Томпсон, еще купленном в начале 2000-х. Не знаю, это вообще похоже на зарядку от Самсунга. Оп, нажимаешь. Не знаю, в общем, что это. Тоже какая-то фигня. Это у нас для зацепления проводов, чтобы не мешались. И это у нас крепление для стены. Его можно еще вешать на стену. Откручиваете ножку и вешаете как панель. Вот такой комплект. Ладно, в общем. Ну вот, собственно, и все. Это такой небольшой был обзор телевизора Samsung 5 серии, 32 дюйма, Full HD. Для Sony он мне подходит полностью, все меня устраивает. Особенно круто, что он читает все форматы МКВ, ну, которые я пробовал, все у меня читают. Все фильмы, которые скачивал. Ну вот, собственно, и все. Модель будет указана полная в описании. Если захотите, можете такой же приобрести, если вам нужен недорогой и хороший телевизор. Вот. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!